выполним упражнение приведения ног в тренажере. Тренажер должен в исходном положении выглядеть таким образом, что подушки должны быть сведены максимально друг к другу. Мы садимся в тренажер и отводим подушки максимально в растянутое положение приводящих мышц бедра. Выполняем приведение ног. Стараемся максимально сводить ноги. Максимально приводим бедро коленями друг к другу. При этом выполняем выдох. Важный момент здесь – плавно отпускать вес, то есть плавно растягивать мышцу под весом, чтобы не допустить растяжения внутренней части бедра. При сведении мы делаем выдох и слегка фиксируем паузу. Плавно отпускаем вес. Спина прижата. Достаточно.